живи, ну и задери, отдыхай. А... Да, мы когда с мужем развивались, мы ложились. Нам взяли все это на ломану. И так это было 3 года, 4. Мы не спали. Какие доставили? Мы добились. У нас там 5 мобилей, у нас машина. Спасибо. Мы зарабатывали не миллионы. На Канарах не отдыхали. Ну, в Крым могли себе позволить это. В Египте не катались. Но я знала, что у меня есть пои, кушать. Я знала, что у меня есть автомат, что у меня есть все в квартире. И, ну, в Крым я могу даже доступить. Все, сейчас ничего нету. И говорят же, что вот вы там не хотите работать за 5000. А как я могу идти работать за 5000, мне нужно снять квартиру? Я ж не могу, у меня ни багета, ни гардина, ни вилки. Ну, 5000, за 5000 у нас никто не работает, у нас прожит еще... Нет, Дим, просто сейчас у нас пацаны... Вот на помидоры зовут, да, на яблоки. Мы отработали сумму на яблоки. Обещали 1000, заплатили по 600. Обещали 1000. Мы пошли. Да. Ну, это очень тяжело. Тут вообще ад. Это я... Это, ну, очень тяжело. Но, тем не менее, нас все хвалили, как говорили. Вы первая бригада, которая второго отца, ну, второй трактор собрали, в 8-м, это вообще для людей новых, это... Сверху там падали, пухали, ну собирали эти яблоки. Собирали. Ну и нам заплатили 600, обещали по 1000. Как я могу на это снять квартиру? Никак. Не мне сейчас за квартиру снять, чтобы там было хотя бы кровать, хотя бы сына положить спать. Я уже на полу ляжу. До столги покушать хотя бы. Я же ему зарабатывали вот сейчас. Пойди гардину, багету, вилку, сковородку, что-то купить. И вот это вот вы наглые, обалдевшие украинцы. Да дайте мне работу. Хотя пацаны начали разгружать фуры. Говорят, наши бы, говорят, здесь бы не разгружали. Конечно. Нет, да и вот дайте мне трудную работу. Не вопрос. Посудомойкой пойдем работать. Разгружают по 45 тонн перекидывают. Как сколько перекидывают? По 45 тонн они перекидывают, да? День. Вот стоят две фуры, вот они с одной в другую перекладывают. И вот каждый человек, каждый пацан, этот ящик перенесет. 45 тонн. Кто тут хоть как бы работает? Чего они вот? Женщина, он там их кормят просто. В обед, да. В обед их кормят, да. Наши мужики бы не работали бы. Хотя говорят, что мы обнаглевшие. Ну опять же, я не один отработал, это страшно идти, потому что вот один отработал Мишка с Наташкой. Ну вы взяли кинули. За 3 дня заплатили, за 2 дня. И он ездил, добивался, хозяин, нет денег, а Санки, и он никому не может предъявить. Потому что он здесь никто не что. То есть, кстати, вот поедете там человеку, там я отработал, мне денег.